Бесплатные путевки рассчитаны на 42 человека. Отметим, родителям необходимо лишь оплатить проезд. Сумма туда и обратно составит 5,5 тысячи рублей. Выезд назначен на период осенних каникул с 26 октября по 10 ноября. Напомним, отправиться в лагерь по бесплатной путевке могут только те жители, которые еще не воспользовались этим правом в текущем году. Заявиться на поездку следует в ближайшее время. Для этого родителям необходимо обратиться в отдел социальных программ Департамента образования. Контактную информацию вы видите на экране.